Друзья, я приветствую вас от всей души на канале «Строй дом своими руками». Сегодня у нас перерыв в работе с нашим гаражом, потому что непогода на Алтае бывает. Дабы скоротать этот период времени, в общем, займемся сегодня сантехникой. Когда я монтировал на первом этаже в прошлый раз инсталляцию «Оливис», я говорил о том, что у меня есть проблемки с инсталляция второго этажа. Итак, инсталляция предыдущая. Расскажу о ее минусах. Вот это вы мне сразу сказали. Делать так нельзя, Денис. Делай сразу нормально, делай грамотно и делай это полипропиленом. Вот, гибкая подводка тебя когда-нибудь подведет. В общем, подводку мы сегодня меняем. Вторая проблема – это здесь за унитазом. То есть канализация подходит под 90 градусов. То есть унитаз смывает тупо в стенку. Надо делать под 45. Это тоже момент, который мне указывали. Но я сказал, друзья, будет время, переделаю. Ну, ясно, это неправильно. Сегодня тоже это поменяем. Третья проблема, которая оказалась для меня тоже катастрофичной. Потому что у меня свой дом, канализация, яма выгребная. Каждая откачка стоит 2400, что ли. В общем, есть две кнопки. Это максимальный слив и короткий слив. И нет на этом коротком сливе, к сожалению, ограничения. То есть нельзя поправить, чтобы выливало там 5 литров. Или если я на нее нажимаю, то она делает тот слив, который ей необходим. Чем мне понравилась инсталляция Оливис, которая у меня внизу стоит? Тем, что там сколько нажимаешь, столько и смывает. То есть порой достаточно, ну сами понимаете, ну это такие тонкие нюансы, я же не буду все здесь оглашать. Ну, короче, иногда на кнопочку нажать буквально на 2 секунды достаточно, и не нужно выливать 10 литров воды. Ну и проблема номер 4, которая касается каждого мальчика. Посмотрите, вот эта вот инсталляция, она женского типа. Не понимаете, да? А вот так. Короче, вот этот бортик, он очень, короче, плавный. Ну, в общем, у мальчиков вот, как бы сказать-то, как бы сказать культурно, у мальчиков, короче, там задевает. Вот это самая жесть. Менять один только горшок, но смысл. Короче, решено. Эту инсталляцию я сейчас демонтирую. Ее я опускаю себе на первый этаж. В следующем году мы строим бассейн, душевую, баню и все остальное. Такой же будет комплекс, как у меня гаражный кооператив, только с другой стороны, и там будет бассейн. И там будет, конечно же, санузел. И вот этот санузел пойдет туда. А сюда, так как мы постоянно пользуемся, чаще, чем там, да, пойдет, в общем, инсталляция Оливис. 10 лет гарантии, эксплуатация вообще 20 лет. Это подвесной унитаз серия Porto. Ну, давайте сразу покажу, чтобы потом не было лишних вопросов. Вот он, артикул, вон данные. Короче, безободковый белый унитаз, сиденье дюропласт с функцией плавного закрывания, система антиплеск и идет комплект крепления. Первым делом мы, конечно же, будем ставить с вами инсталляшку. Инсталляция тоже Оливис, 15 килограмм всего весит. Вот, ее уже я ставил, только я ставил в прошлый раз узкую версию, я сейчас взял максимально широкую 58 сантиметров, ну, на втором этаже, чтобы можно было разгуляться. Также 10 лет гарантии, также у нее легкий монтаж, надежность, ультратонкая у нее подводка, клавиша у меня отдельно идет, сегодня все увидите. И еще, да, кстати, еще я хочу поставить гигиенический душ с этой стороны. Поэтому в любом случае все переделывать, в любом случае работа. Так, если кому интересно, друзья, также вот артикул, система инсталляции. Все, предлагаю без лишних слов, под музыку, как я обычно это люблю, демонтировать старую и начать ставить новую. Если какие-то у меня мысли по дороге появятся, я буду о них говорить. Поехали! Сейчас самое интересное будет.
О! Ха! Ребята, оказывается-то не так страшен черт, смотрите. А внутри-то вообще чистота. И это, наверное, благодаря тому, что у нас идет слив с раковины, и он, скорее всего, вымывает всю эту пакость. Так, но это мне упрощает задачу. Купил специально тройник для этих задач сегодня. Но я понимаю, что он мне теперь не нужен, потому что все у нас работает хорошо. Все супер. Так, упростились. Это уже радует. Ну все, открываем инсталляшку, ставим ее на место, вместо той. Еще раз, для тех, кто считает, что я делаю глупости и меняю одно на другое, я вам еще раз говорю. Я это делаю в целях экономии. Просто я не нашел на предыдущей инсталляции, где можно настроить подачу воды. Вот. Это как минимум. Ну и второе, я хочу усовершенствовать, добавить сюда гигиенический душ и сделать все-таки нормальный горшок. Ничего себе. Она пошире будет. Она, по-моему, пошире, да? Только я со спины начал открывать. Ну ладно. Так, паспорт изделия, инструкция эксплуатации, набор болтов. Собственно, все стандартно, как везде. Вот так она выглядит с лицевой стороны. И она реально ультра тонкая. Если даже сравнить ее с предыдущей инсталляцией, то прям даже видно. Но в моем случае, опять же, мне не нужно делать ее ультра тонкой. Но ребятам, у которых, например, квартиры, им это нужно. Итак, друзья, очень коротко расскажу, как, собственно, весь процесс происходит. Вы, наверное, начинаете сейчас с установки новой инсталляции. В моем же случае у меня есть деинсталляция перед настоящей инсталляцией. Ну, это уже тавтология. Смотрите, ну, понятное дело, что я убираю старую инсталляцию, и в моем случае есть большой плюс. Закладные, которые я заложил в стены в свое время, чтобы себя подстраховать. А подстраховать себя я решил только потому, что в моем случае стены пеноблока с простой штукатуркой. И дабы у меня в какой-то момент инсталляция не оказалась просто в горизонтальном положении, я добавил вот такие вот виниловые дюбели. Этот дюбель очень легко забивается молотком, и в него очень хорошо заходит глухарь сантехнический. Таким образом, получается, что он держит, благодаря вот этому ввинчиванию, держит в пеноблоке хоть что. Ну и еще дополнительно я добавляю сюда клей-момент, жидкие гвозди, и получается вообще шикарный симбиоз. Предыдущая инсталляция была 50 сантиметров шириной, новая же инсталляция 58 сантиметров, но это даже плюс, так как мне пришлось всего лишь развернуть уголки наоборот. Каждый уголок по 4 сантиметра, и получилось ровно те самые 58 с осью над канализации. Ну, в вашем случае, если вы делаете это первый раз и не знаете, как сделать это грамотно, предлагаю посмотреть данный видос, а после этого посмотреть видео двухлетней давности, где я уже устанавливал инсталляцию Оливис на первый этаж. Зарекомендовала она себя очень даже хорошо, и поэтому я принял решение поменять инсталляцию и на втором этаже, поставив также Оливис. Единственное, что использовал белый унитаз. Но это не потому, что черный унитаз, как мне писали в комментариях, сильно морается, там грязнится, его трудно за ним ухаживать. И так далее. Вообще нет в этом проблем никаких, просто у нас здесь по дизайну все белое. На первом этаже у нас будет больше мрамора, ну, темного мрамора в кафеле. Поэтому выбрали белый горшок. Почему я отказался от предыдущей инсталляции, я уже вам рассказал. Следующим движением мы отмечаем на новой инсталляции все отверстия, которые будут в дальнейшем как закладные. То есть это верхние и нижние крепления с одинаковым расстоянием от стены. Ну, плюс вы должны еще по уровню замерить. И самое, что интересное, на инсталляции на вашей указана отметка от пола. 1 метр. Вы от нее отстреливаете тот самый метр до пола. И по уровню уже меряете левую сторону. И у вас получается, ну так у меня полы залиты строго по лазеру, у меня замерять не пришлось. Я просто взял от пола 115 мм, ну, потому что здесь 15,5. 115,5 отмерил, и у меня получилось, что инсталляция по уровню. Теперь я бурю закладные. Своим любимым новым пылесосом пистолетного типа Greenworks я все это обеспыливаю, и тем самым получаю просто идеальное рабочее пространство для будущей инсталляции. Вот смотрите, друзья, как это происходило дальше. На самом деле, друзья, монтировать третий раз инсталляцию, тем более уже по заготовленным шаблонам, ну так как у меня раньше она здесь стояла,
вообще не составляет никакого труда. Да и изначально устанавливать Olivis инсталляцию одно удовольствие, потому что все болты имеются в наличии, все подходит друг к другу без каких-то проблем. Интуитивно понятно, вы заметили, что сегодня я даже не смотрел инструкцию. Гарантия 10 лет на раму, бачок и все металлические комплектующие, гарантия 5 лет на смывные механизмы и механическая система смыва. Инсталляция комплектуется двухрежимной водосливной арматурой, защита от конденсата, удобная конструкция ножек, но это вы уже видели, надежность, выдерживает до 400 кг на нажатие, легкий монтаж и ультратонкая глубина бачка всего 8-10 см, сокращает монтажную глубину и экономит пространство. Вот что такое инсталляция Olivis. Ну и теперь по продолжению нашего монтажа. Друзья, анкерим нижнее отверстие, монтируем правые, левые планки, это боковые, дополнительные, которые, кстати, монтировать по идее не нужно, но раз у меня дома спиноблока, это сделать стоит. Также верхние крепления, после чего нам нужно зафиксировать сам патрубок слива и, если это необходимо, загидроизолировать его силиконом, сантехническим силиконом. По сути, все, монтаж инсталляции завершен. И сегодня я хочу еще уделить некоторое внимание именно вот этому вот механизму, то есть вот так делать ни в коем случае нельзя. Я это делал быстро максимально, потому что мы заехали в дом, у нас не было унитаза, и мне нужно было что-то быстро смонтировать. Ну вот, на самом деле, даже кран ставить нет никакой необходимости, потому что в сантехнике Olivis блокировка присутствует здесь внутри. То есть можно воду перекрыть, уже прямо внутри системы. Но я кран буду оставлять. Просто потому, что у меня здесь гигиенический душ. И чтобы его перекрыть, нужно будет отключение воды либо в цоколе, либо проще всего здесь. Ну, посмотрим. Короче, пока этот кран я оставлю. Все, друзья, начинаем пайку системы. У нас подвод верхний. Вот он. Сейчас спаяем систему и подведем итоги. Ну, уже в целом, смотрите, крепко, ничего не шатается. Все классно, грамотно держится. Мне прям нравится.
Так, друзья, ну вот мы и закончили уже установку инсталляции. Все здорово, спаяно, скручено, прикручено. Мы добавили, вы видели, гигиенический душ. Осталось только установить унитаз, и все будет готово. Прежде чем мы этим займемся, необходимо, конечно же, убрать весь ненужный инструмент. Этим сейчас займется Евгения. После чего мы сделаем уборку в комнате. Ну и начнем устанавливать уже, друзья, с вами унитаз. Мы делаем уборку? Делаем уборку Greenworks'ом. Вы скажете, почему пылесос в коробке, он же типа у вас стоит, а это просто второй пылесос. Нам очень понравился этот, но нам надоело его таскать на первый этаж. Поэтому мы взяли еще один, ну точнее Денис взял еще один. Мне любимый. Смотрим, что у нас там есть внутри. Так, здесь у нас насадочка. О, тут много насадочек, я совсем забыла. Здесь есть всякие насадочки, на самом деле они очень удобные. Руки нельзя. Я еще даже не все успела попробовать, но вот эти две я прям в машине пылесосила. То есть вот под ковриками, тряпочку, ковровое покрытие, вообще круто. А вот этой вот очень достает в узеньких каких-то местах, там под сидушечками. Мне понравилось. Я его таскаю пылесосить в машине. Это провод, инструкция. Блин, упаковано, конечно, вообще очень клево. Нам бы такого упаковщика на мед. Кстати, друзья, жарковскиймед.рф, дягель, василек, разнотравие, все еще есть. А, ну это вот моя любимая насадочка. Есть еще одна такая же. Она в зависимости от типа покрытия, коврик или ламинат, линолеум, паркет, там что еще такое. Вот как раз вторая такая же. Сейчас я открою, покажу, у них там небольшое различие. А различие здесь вот, вот этими валиками. То есть одним хорошо загребать с плоской поверхности, а второй коврик хорошо чистит, всякие волосиночки собирает. Станция очень клевая, она прям тяжелая. То есть ты не боишься пылесос повешать, чтобы он не упал. Она прям вот ну, такая нормальная. Сколько, наверное, килограмм 5 она. Не знаю, не буду врать. Это базовая станция. Кстати, на ней клево. То есть висит пылесос, а сбоку дополнительный аккумулятор можно заряжать. Очень удобно, потому что если ты пылесосишь большие площади, ну, и там и ковры, там и разные, там куда-то надо подлезть. Все равно он рассчитан на небольшой ход. То есть два аккума прям шикарно хватает нам весь дом пропылесосить. Провода, которые идут как раз, подключаются к сети. Так, еще у нас одна насадочка. Вообще насадочки на все случаи жизни. Мне кажется, даже многими не успеешь попользоваться. Так, это для крепления насадок на стоечку. И вот такой вот миник. Тоже, кстати, удобный очень. Сам пылесосик, кстати, он, ну как, не сказать, что сильно легкий, но относительно как бы нормальный. Дети, Никитос им пылесосит вообще в кайф. То есть он не ощущает тяжести. И вот многие говорят, что типа, ну, что вы там Greenworks начали, типа, рекламировать активно. Так дело в том, что мы им пользуемся, и он нам всем нравится. Я вообще влюблена в пылесос, Никитос, тележки, они его вообще любимые вещи в доме. Он, по-моему, просто по двору даже катается на них. Ну, в общем, всем нравится. Я не говорю уже про строительный инструмент, которым пользуется Денис. А Рокки кайфанул, по-моему, по коробке. Очень плотный, качественный картон, экологичный, если даже нравится собакам. Итак, друзья мои, вот таким нехитрым путем мы сегодня установили инсталляцию, смонтировали полностью водозабор. И, кстати, давайте вот просто, вот, ну это, конечно, уже, наверное, неправильно, но просто хочется проверить. Я включу кран и посмотрим, нигде у нас не сифонит, все ли грамотно. И в следующем ролике мы установим горшок, и наш санузел будет готов. Открытие нового санузла в нашем доме. Поехали! Вот она вода, она налилась как надо. Ну, понятное дело, кнопки я сейчас нажимать не могу. Если я нажму, у нас-то все ливанет
друзья, на нас. Все работает, все классно, нигде ничего не протекает. Мне прям очень даже нравится. Я все проверил, все хорошо. Вечер, завтра мы поставим еще с вами керамику. Ну и все, собственно, по установке будет все готово. Получилось очень даже неплохо, нигде ничего не протекает, все отлично. Оливис меня в очередной раз порадовал. Так, друзья, до скорых встреч. Пока. Увидимся завтра.